Зайдите, какую башню я построил красивую. Тут, кстати, еще Фейн сидит. Смотрите, смотрите же, что она здесь натворила. Это я натворил. Да прямо что с телекинезом. Досиделась. А, вот, кстати, этот трейл от телекинеза, он может немного глючить во время похода на корабль. Ой. А кто атаковал меня? Не я. Так, короче, у нас сейчас два варианта. Первый вариант. Нам надо, во-первых, сходить вниз и на речь магистров. А во-вторых, хрен, ничего не делаем, потому что дверь закрыта у нас к корму. А мы их согрели на себя, что ли? Да. Кто сделал это? Без понятия. Это вышло случайно. Ладно, мы скоро вернемся. Ну, кстати, сейчас, когда мы избавлялись от этой неловкой ситуации с нечаянно прожатым боем, вспомнил, что надо прожать еще через эскейп-мешки с подарками. Ну и вот, собственно, список того, что у нас будет активировано. Вы, в принципе, это все можете на видео увидеть. Зачитывать это нет смысла особо. Кто активирует? Да я активирую сейчас. А? Получены предметы 24? Что? А, это сумки. А, ну это сумки всякие под сортировку. Удобненько же, чтобы не загаживался инвентарь. Наверное. Надеюсь. Ну вот, кстати, когда мы активировали DLC, то... нам добавились такие сумки под все. Удобно, можно сортировать, то есть... приятно. Ну, кстати, менюшка персонажа. Его можно посмотреть, как он выглядит. У нас сейчас дурацкий шейник, который нельзя снять. Обрешалая роба. И штаны. И, в общем-то, больше ничего-то особо и нет. Можем увидеть здесь характеристики наших напарников. Умения можно посмотреть. Менюшки. Таланты. И теги. Так, надо инвентарь отжать. Вот. Другое дело. Так, вы там где? Я стою у двери уже, чтобы на всякий случай прожать. Ага, только без меня не прожимайте, пожалуйста. Так, чё, так, бегим? О, я не скажу, тебя так неприметно замаскировалась с этим ведром. Ты точно не в Скайриме? Я столбик. Ты представляешь себя торговцем в Скайриме, наверное. Кто-нибудь встаньте, да, внизу к этим, к магистрам, чтобы дополнительный опыт получать. Сейчас встанем. Кстати, что-нибудь что забавно, своя походка здесь у ящеров и у всех остальных. Сейчас внизу встанем. Ну, так и забавно бежит, что именно вот как в Моровинде. Ну, или даже лучше намного. Миленько так-то. Можно даже на всякий случай их пнуть сразу. Пнуть? Пнуть, чтобы чтобы на тебя согрелись. Магистров? Да, прикинь. Так бой же начнется. А я потом зайду в этот... А я тогда не увижу, что там, если триггер сработает. Вот. Ну, можно наоборот, я пну, а ты посмотришь тогда. Точно? Ну, либо так. Так можно же после триггера можно будет этот трупак все равно собрать. Так ведь? Нет, трупак я уже собрал и этот и съел уже давно. Даже так. Тогда я побежал к триггеру. Просто эти бывают два уникума, не агрятся, но я не помню точно, агрятся ли они, когда стоишь возле них, но лучше пнуть. Ну, смотри, я стою сейчас наверху возле триггера. Да, тебе надо будет зайти туда вовнутрь и... Тогда кто-то сейчас идет вниз, да? Да, я уже стою внизу. Я хорошо пнул. Начнется бой, по крайней мере, у меня начнется он. А там посмотрим, что если у тебя не начнется, значит, опнешь до этого стражника Пейди и тоже зайдешь вверх. Угу. Ну что, я тогда захожу. Подожди, я сейчас пока напинаю. Ладно. Максимилиан, ты где?
Около Ифана стою. Вот, теперь напинай, магистра Пейди, напинай и зайди вверх. Просто через контрол имеешь в виду? Да, через контрол, просто ногами там напинаю еще. Говорит, ты что, подраться хочешь? Просто отношения... Пока... Еще раз пока опнуть? Не... Да, пока агр не начнется. Вот бы начался бой. Вот теперь заходи вверх. Угу. Просто иди вверх. Месиво началось. Так, ладно, я пошел вверх. А прикол в том, что тогда за это дают опыт. Довольно так хорошо. И по идее сейчас должен быть триггер. Не спускать ее с прицела и стрелять на поражение, если она вздумает сбежать. Так, меня сейчас здесь не прибьют, я надеюсь? Нет. Ну ладно. Можешь попробовать виндега пнуть разок. И тогда точно триггер сработает. Ведьму. А можно всех разом. Да. Какой дракончик за спиной. Поливает всех огнем. О! Опа! Ну, в общем, она нашла способ снять себе ошейник. Была здесь на корабле такая ведьма, и весь корабль вырубился просто без сознания. Все горит, везде разруха. А мы получили свой законный опыт. Теперь пока нам остается бежать наверх. Наверное. Сундуку идем, забираем свои классовые пухи. Да-да-да-да. Идем. К сожалению, пока сундук используется, кто-то другой залезть не может. Сундук из конфискованных товаров. Блин, так мило смотришься с этим ведерком на голове. Я милая. Тебе идет. Ходи так все время. Интересно, какой-то глаз на робе. Я опасный. Угони деньги. Деньги какие-то. Интересно, вот вчера здесь была заточка, а сегодня здесь ржавый двуручник, и щита толком нету. А мы добавимся этого инвентарь? Ну, бывает. Так, она говорит. Ну, щит потом он что создать. Ну, ничего страшного, можно и без него. Магистров не лутать, да? Пока не лутать. Не, не лутать. Ничего, что... Вот нам. Эти сундуки, контейнеры не лутаем, кроме этого, который мы сейчас. Нам добавился двуручник. Можем даже сзади посмотреть. Еще давайте дойдем наверх пока. Как он держится к спине, наверное, приклеен суперклеем. Всегда было интересно. Идемте наверх. Не скай, все тырит что-то. Да, карманы широкие, чем нет-то. Прям здесь, наверх, да? Ну да. Нам идем. Надо будет вот этих двух магистров, магистра Миртов и магистра Рикс. Мы получим за них еще опыт. Угу. А потом нам надо будет наверху еще убить парочку из чади. Ну и там как-нибудь наскребем на левел. Тут злая собака. Ну, собаку я не убиваю, я как бы пацифист к собакам. Ладно. За нее можно тоже опыт получить. Ладно, то за собаку забанят. По-любому же. Колони тебя замучают. Точнее, Гринпис. Ага. Собачку. О, у нас кто-то здесь, по-моему. А, здесь закрыта дверь. Которая, к сожалению, по-моему, ломать руками. Ну, можно руками, да. О, золотая чаша, золотая. Кто-то спер мою чашку. Да, видишь, какой я успел. Че, будем руками ломать, да? Мы сломаем руками и мы даем прощание к стране. А, дверь картонная довольно. Понятно, ему не понравилось, что мы его освободили. Спутник магистра даже не моргает. Одного вашего вида хватило, чтобы он застыл на месте. Можно потеребить ошейник, а можно обнажить оружие и прикончить их. Давайте прикончим. Ну, они такие все напуганные. Вот камеру можно, по крайней мере, удобно повернуть. И вот у нас начался бой наш. Что за жертва плоти, интересно? А, это твой перк какой-то.
телосложение, но оно добавляет 1 очко действия. Бой происходит пошагово. У меня есть такая классная штука. Нужно только подойти поближе. Немножечко. Что? Это толстенький, да? Проход не вмещаешься. Не, ну не гони. Вместился. А можно еще и подгореть. Ага. На самом деле у меня есть еще таран, довольно интересная вещь. Вперед, таран. Да, немножко еще и сгорел по пути. Сгорел на работе, да? Да. Промазал кто-то. А, критульки в спину. Ну да, я и забыл. Здесь есть система критов. То есть, если противник спиной повернут, то можно критануть по нему. И не только. Пассивный шанс критов тоже есть. Интересно, урон от союзников же здесь идет, да? Это на специально тебе так. Интересно. А, ну я не так сильно, в принципе, сгорел. Подожди, сейчас прогоришь еще. Да, давайте еще, давайте еще дружно сдохнем здесь. Будет весело. Я не знаю, у меня кровь, у меня огонь потушится на крови. Максимилиан. О, пока ту... не лутаем ничего. Идем наверх и убиваем щади. Вроде не сильно ты подгорел. Нету, да? Нежити? Не знаю. Да, у нас нежити нету. Ну, можно было бы немножко там шахляного получить. Вода вот, кстати, потушила сейчас, вылилась и потушила. Наверное. Нафиг мне бюст. Бюст? Магистры. Вы где там? Бежите? Можно, кстати, подойти к Фейну, сейчас поговорить с ним и услышать забавный диалог. Давай. Где он? Здесь? Да вон, справа. А, это тот скелетик. А, да, давай, зайдем к нему. Интересно. Фей. Теперь можешь идти. Сам подгорел еще при этом. Подгорело у кого-то. Фейн, вот он у нас сидит здесь. Нужно камеру немножко приблизить к нему. Это как раз таки... Вот он. Это вы проходите в дверь и внезапно оказываетесь лицом к лицу с нежитью, со скелетом. Его череп как-то необычайно угловат, а посреди лба красуется великолепный драгоценный камень. Скелет быстро листает том знаменитой энциклопедии Кренли Хуберта, бормоча что-то себе под нос. Нет-нет-нет, какой идиот записывает знания на прессованных опилках? Они горят, они раскисают в воде, они даже кислоту не могут выдержать. Неудивительно, что сей народ настолько невежественен. Скелет поднимает голову и наконец замечает вас. О, да, почему ты не убегаешь? Не орешь, как резаная и так далее. Спросить, схватить, что попадется под руку. А, скелет тяжело вздыхает и вновь утыкается в книгу, суетливо перелистывая страницы. Я знаю, что твой бог наградил тебя очень немногими дарами, но будь любезен использовать имеющиеся. Неужели ты смотришь на меня и думаешь, вот некто, у кого достаточно органов, чтобы ему грозила смерть от утопления? Мелочи вроде воды и яда не старше от меня. Естественно, он же нежить. Нет, меня не ждет ничего страшнее мокрой одежды. Когда это утлое суденышко коснется морского дна, я просто дойду до берега пешком. Кстати, плюсы быть нежитью. В то время как тебя, полагаю, ждет бессмысленная схватка за спасательные шлюпки.
Инскай? А, можно спросить, почему не видели его раньше. Он говорит, тогда он носил личину эльфа. Видимо, умеет, типа, иллюзии всякие такие кастовать. У меня была маска. Весьма остроумное устройство, благодаря которому я и мог принять эту примитивную форму. И маску эту у меня украла та проклятая ведьма после своей дешевой сцены. Как раз таки та, которая весь корабль вырубила. Что ж, она все равно утонет вместе с остальным дурачьем. И тогда я просто заберу маску с ее холодного трупа. Это какое бессердечие? Он мог бы и спасать жизни. Скелет быстрым, аж раздраженным движением поднимает книгу. Я пытаюсь выяснить, есть ли те, кто заслуживает спасения. И будь я проклят, если позволю жизням каких-то бабочек-поденок помешать мне в этом. Ступай, плыви, тони, или что там тебе еще заблагорассудится, а меня ждет книга. Ну, такой апатичный такой фейн, кинь своими заморочками. Кстати, на корабле сейчас валяются сюжетные персонажи, но разговор с ними, по сути, ничего-то особо не даст. Поэтому мы и пробегаем особо мимо. Идемте дальше. Пойдемте наверх. Пойдемте. Вот, кстати, слушай, это туман же, да? Да, но туман пока у меня еще нету навыка, чтобы его спереть. Понял тебя. Идемте да, наверх. Все наверх идут? Да.